На протяжении 5 лет творческое объединение «Классика» радует ивановцев выставками и концертами. На юбилейный вечер пришли постоянные посетители всех культурных мероприятий. Нередко творческие встречи и кинопоказы проходят здесь бесплатно. А на вернисаже ход всегда является свободным. Мы просто были все в восторге, что в нашем городе появился такой прекрасный зал. Затем появился рояль, которому тоже в прошлом году исполнилось 100 лет. На нем играли такие прекрасные Надежда Писарева, братья Кожевниковы. Это доставило нам столько счастья и возвысило нашу жизнь над всем нашим бытом. К юбилею творческого объединения была подготовлена фотовыставка «Мгновение» Александра Иванникова, создателя галереи и концертного зала. За время работы «Классики» состоялось 54 живописных и фотовыставок. Что касается камерного концертного зала, который рассчитан на 200 мест, то он почти никогда не пустует. Мы рады тому, что за 5 лет произошло много интересных событий, которые не могли быть не замечены в городе. И не только, а в зале знают по всей стране и за рубежом далеко уже. Много музыкантов стремятся побывать в нашем зале, выступить. Впервые «Классика» распахнула свои двери 14 января 2009 года. Классическая музыка здесь правило, не исключение. Хорошая акустика в зале делает концерты незабываемыми. К легендарному роялю Стейнвей с вековой историей мечтает прикоснуться каждый музыкант. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.